Ненецкие танцы в Норвегии. Участники народного танцевального коллектива «Хаяр» побывали на музыкальном фестивале коренных народов «Риду-Риду». Ежегодно он собирает самых ярких представителей со всего мира. На 24-й фестиваль в деревню Мандалин, что в северной Норвегии, съехали 70 музыкантов, танцоров и вокалистов. Они прибыли из России, Норвегии, Гватемалы, Австралии, Новой Зеландии, Монголии, Польши и Канады. 4 дня на сцене звучала этническая музыка, выступали знатоки народного искусства. Мы выступали с танцами, представляли танцы сингакоти и пунушки. Танцы очень игривые, интересные, очень многих заинтересовало, и от нас очень многие не могли оторваться. У нас был мастер-класс по танцам, каждый выделялся 2 часа на то, чтобы учиться разным танцам, разным фольклору, то есть и даже песням. Также участники фестиваля мастерили народные сувениры, попробовали себя в фотографии, слушали лекции по театральному искусству. По словам участников фестиваля, такая форма общения способствует обмену опытом и сотрудничеству между коренными народами.